Всем привет, друзья, вы на канале Games Review, с вами как всегда Пип, и давно мы с вами не разбирали корабли. Давайте сегодня этим и займемся. Так, надо бы включить нам фонарик и посмотреть, что и где мы тут еще не закончили. А здесь мы закончили все, насколько я помню. И теперь нам надо идти вовнутрь. Ну что, погнали, сейчас будет очень дохрена работы, видимо, нам. Так, открываем. Так, сейчас, секундочку, надо как-то... Так, вот так, может быть, вот так. О, ну, еще совсем чуть-чуть. Все, открыли дверь. И что, погнали, давайте долбить все бочки. У нас времени очень мало. Мы должны сегодня за короткий промежуток времени собрать как можно больше металла. И желательно как можно больше всего разрушить. Что ж, у игры, кстати, опять было какое-то обновление небольшое. Но, в принципе, я почитал. И ничего полезного там не было. Небольшие фиксы устранили. Точнее, не устранили, блин, что-то я заговариваюсь. Небольшие косяки устранили. Добавили какие-то положительные фишки, которые лучше влияют на игру. Больше FPS прибавляют. Ну и, в принципе, все. Нового в геймплей ничего не было привнесено. Так что мы в обломе в этом плане. Так, давайте... Что нам нужно делать? Так, блин, фонарик прям слепит очень сильно на самом деле. Да, когда долго не играешь в какую-то игру, начинаешь немножечко в кнопках путаться. Но благо тут с управлением все просто. Так, берем нашу кувалду, нахрен расшибаем. Так, дверь. О, слава богу, ёб твою мать. Серьезно? Тут в бок еще куча комнат. Только не говорить, что тут... О, блин, хоть вот тут комнат нету. Уже хорошо. Ой, мы с первого раза открыли все, блин, вот эти ништяки, которые у нас в коробочке лежат. Окей, давайте раздолбим по бырику все тут. Охренеть, вот это, знаете, я даже не ожидал, что, блин, внизу будет лежать еще... Ой, блин, что-то я вообще заговариваю сегодня. Не ожидал, что у нас в сторону пойдут еще комнаты. Вот это прям просто неожиданно было. Так, значит, вот тут нам надо срезать, да, кучу петель. Окей, срезаем кучу петель. Блин, походу, вот эту будку всю многоэтажную мы очень долго будем с вами разбирать. Но с этим кораблем мы все равно должны с вами покончить, потому что игру мы должны пройти эту полностью. Так, забрали. Что тут у нас еще? Батарея. Насколько я помню, эта штука называется, да? Да, точно, батарея. Давай, шустрее режь. Так, тут срезаем. И тут срезаем. Так, где-то не прорезали. Да, вот тут внизу не прорезали. Так, с этой комнатой все. Блин, ну охренеть, в какую сторону-то двигаться, я даже не знаю лучше. Блин, тут лестница наверх у нас, да? Ладно, будем идти по порядку, чтобы не запутаться. Ох, ё-моё, сколько тут всего. Ну ладно, давайте быстренько крушим все подряд. Посмотрим, что же у нас тут будет интересного. Может быть, в какой-нибудь из комнат у нас что-нибудь интересное да попадется. Может, мы сможем тут где-нибудь найти клад. Хотя я что-то в этом очень сильно сомневаюсь. Но надежда умирает последней, и я думаю, все-таки мы когда-нибудь клад сможем найти. Тем более у нас есть подсказка, что клад будет отмечен крестиком где-то. Значит, нам всего лишь нужно обращать внимание на крестики. Так, нам вот этот шкафчик мешается, давайте его спилим нахрен. Да, конечно, они прикольно сделали, что добавили огромные корабли, но, блин, их разбирать, это, конечно, еще то удовольствие. Они прям реально огромные. И, блин, контента-то, в принципе, нету в игре, кроме как
разбирать это все, потому что все остальное мы уже собрали. Блин, у нас недостаточно места, и нам надо бежать на выход. Я думаю, давайте, знаете, что будем делать? Вот в этот контейнер кидать все. Потому что, блин, до того бегать уже смысла нету. Так что пока что будем скидывать все сюда. Я надеюсь, все через стенки не вывалится, как в прошлый раз. Окей, погнали дальше. Так, нам главное тут не заблудиться, иначе будет вообще обидно, что мы что-то можем пропустить. Так, где наша пила дружба? Я буду ее называть дружбой, потому что она мне реально помогала в самом начале зарабатывать мои первые деньги. Я с ней подружился. Все. Хватит жужжать. Открываем тут. И что у нас тут? Опачки. Так, столы, столы, стеллажи. Всякая хрень. Бочки. Да, все хорошо разбивается. Даже на удивление какие-то новые подносики у нас появились. Что странно, их не было. Но раньше мы подносики не ломали. Так, быстренько проходимся, собираем все. Так, и что же у нас тут? А тут у нас маленькая коробочка, которую надо тоже расхреначить, чтобы она тут не оставалась. И это что у нас? Это наш нелюбимый шкафчик с маленькими петельками неудобными, которые, блин, хреново очень срезаются. Ну, ничего не поделаешь. Что есть, то есть. Зато в таких ящиках у нас обычно очень хороший металл лежит, либо даже какие-то слитки. Так что не будем жаловаться. Так, и теперь берем наш супер-пылесос и собираем все масло. Так, отлично. Эта комната пуста. Дальше куда мы отправимся? Видимо, вот эти стеллажи нам надо сломать. Так, что тут у нас? Блин, опять надо вскрывать, да? Ну, давай, камон. О, открыли. А тут у нас бухлишко припасено. Окей. Припасли бухлишечко. Блин, опять это такая же комната, где вот это, блин, куча ящиков этих бестолковых. Ненавижу я эти ящики открывать на самом деле. Ну давай ты, блин, серьезно, ты не хочешь крутиться? Прям, блин, тут по миллиметру уже надо подбирать. О, открылся. И что? И чего? Я столько мучился из-за бочки с бензином, точнее, маленькой баночки. Ладно, моя себе бочка была. Тут маленькая баночка бензина, которая вообще ни хрена не стоит, по сути. И мы столько с ней ковырялись. Охренеть вообще. Окей, ладно, срезаем побыстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Блин, опять недостаточно места. Чего мы так... Как мы так быстро забиваем все, не пойму. Вроде мы так много металла-то и не набирали, чтобы он так быстро забивался у нас. Странно. Или я просто давно уже не играл, и поэтому мне кажется, что очень быстро мы все собираем. В любом случае, для нас это даже хорошо. Чем больше металла, тем больше денег. Хотя деньги у нас уже не самое главное сейчас, потому что у нас их уже дохрена, и в принципе нам их тратить-то не на что. Ну, давай, давай, что там бухло? Нет, фигня. Значит, дверку сломаем. Я еще, знаете, что? У меня такой вопрос. Вот интересно, у нас прогресс идет, да, что мы ломаем корабль. Но мы же можем еще, в принципе, и двери ломать. Если их, например, бомбой расхреначить, то дверь сломается. Это считается вообще за проценты прогресса или нет? Потому что если считается, блин, это нам придется потом пробежаться по всему кораблю. И не раз. И сломать, взорвать все двери. Это будет вообще жопа. Если это так, то это очень хреново. Я надеюсь, что разработчики до такой чуши не додумались на самом-то деле. Так, дверка очередная идет нахрен.
Блин, как же меня бесят эти шкафчики, это пипец. Ну нахрена столько шкафчиков наставлять в комнаты? И сейчас, блин, дальше будет опять какая-то комната такая же. Ну, ну почти. Чуть-чуть другая, ладно. Блин, но зато тут у нас очередной ящик, который я тоже не люблю открывать. Я даже не знаю, ящики считаются у нас за прогресс разборки корабля или нет. Может быть, они даже не считаются, и мы можем их, по сути, пропускать. Но, блин, а если мы их будем пропускать, то это будет считаться, что мы не весь корабль разобрали. Поэтому не будем пропускать мы их. Будем мучиться и собирать. Давай, давай, быстрее. Давай, быстрее, плавь. Так, где мой суперпылесос? Отлично. Так, все, у нас эта комната тоже зачищена. Так, а тут у нас, видимо, лестница еще одна на второй этаж. А это у нас... Ёб твою... А как сюда? Это пипец, ребят. Тут, блин, проходов. Как бы в них всех не запутаться. Так, давайте, ладно, пока пройдемся вот тут. Дальше, потому что я боюсь, что мы можем запутаться с вами. В этих дверях и в этих проходах. Это будет очень хреново, если мы где-нибудь тут заблудимся и какой-нибудь... ящик просто пропустим. Или какую-нибудь вообще комнату пропустим. Вот это будет вообще фиаско. А я этого очень сильно не хочу. Я хочу с вами вместе пройти игру на 100%. И мы обязательно это сделаем. Так, спиливаем очередные трубы. Так, и внизу нам надо спилить. Все, чудесненько. Так, и зелененькую трубу с химикатами мы тоже пилим. Окей, теперь опускаемся вниз. Все, так, с этой комнатой мы тоже покончили. Двигаемся дальше. Ёб твою мать, тут тоже коридор. Что же за фигня там? Это все плохо, ладно. Мы давайте до конца уже этого коридора дойдем. Потом второй коридор весь зачистим. И получается выйдем в другую сторону уже, да? Ну, насколько нам сегодня времени хватит на прохождение. Мы сильно так заморачиваться не будем. Поиграем сегодня немножечко, потому что будут еще другие игры у нас, которые нужно будет тоже поиграть. И посмотреть, что там. Так, ну давай, быстрее срезайся. Что ж ты, блин, такой геморройный-то ящик? Что мне тут мешает? Ну, блин, вот, вот обязательно надо тут стоять, не мешать, да? Быстро все развалилось. Все, теперь можем спокойно дальше резать. Так, срезали. Блин, у нас газ заканчивается. Нам надо будет за газом бежать очень далеко. Теперь уже очень далеко нам придется бежать за газом. Потому что мы очень далеко забрались от того места, где находится продавец этого газа. Представляете, нам надо будет весь корабль пробежать назад несколько вот этих этажей палубных. Блин, опять место закончилось. Окей, так, ну хотя бы мы рядом с выходом. И можем сюда все скинуть. Так, быстренько, 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 быстренько все скидываем. Нам это сейчас абсолютно не нужно. Я не представляю, сколько времени у нас займет все это вывести, блин, из всех контейнеров. Тут просто очень дохрена металла, который нам придется вывозить. Я реально не представляю, сколько мы потратим на это времени. Но, скорее всего, целое видео мы с вами потратим.
Ох ты, нифига себе, смотрите, куда мы вышли. А у нас тут еще проход. Серьезно, мы сможем туда выйти? Офигеть. Так, а вот это интересно. Ну, давайте тут зачистим уже, раз мы сюда попали. Почему бы тут и не заняться нам делами. Нашли прям такую мачту небольшую. Прикольно. Я даже не ожидал тут, что будет что-то подобное. Окей. Так, ни хрена даже не упало, серьезно. Опа, так, лестница наверх есть. Блин, тут столько всего. Пипец, это прям реально здоровенный корабль. Очень здоровенный. Смотрите, какая штуковина. Что это такое? Выхлоп опять, да? Тут, короче, выхлопы. О, эй, выхлоп, ты куда полетел-то? Я с тобой еще не закончил. Охренеть, выхлоп хотел от меня убежать. Не надо так делать. Электрошкаф тоже надо... О, электрошкаф тоже у нас убегает. Так, ну что? Блин, место еще пока в инвентаре есть, это хорошо. Пока можем долбить. Окей, собрали. Так, еще один выхлоп пытаемся сломать. Выхлоп, ты только не улетай, блин. Что-то странно, самые здоровые вещи, которые мы ломаем, как раз и пытаются улететь. А маленькие, которые валяются, ни хрена даже с места не двигаются. Вот очень странная физика тут у некоторых предметов. Это косяк, разработчики. Если будете смотреть, то обратите на это внимание. Больше я вам письма отправлять не буду с косяками. Уж сами как-нибудь. Смотрите, мне надоело. Я вам в тестеры не нанимался. Извините, но вы мне за это деньги не платите. Я вам пару уже косяков отправил, показал, а дальше сами. Так, ну что, вроде тут все зачистили. Блин, и опять темнеет у нас. А, получается, сверху у нас тут нет никакой лестницы вниз, да? Или есть? Офигеть, тут есть спуск вниз. Так, ага. Так, а это у нас, видимо, вторая часть, которую мы должны были зачистить. Ну, давайте. Так, где наша кувалда? Так, скорее всего, мы вот тут и открывали проход, да? Все верно. Мы сюда прошли во вторую часть. Давайте ее закончим. Так, нам надо дверку открыть. Его вот сюда. Контейнер. Чудесно. Все, быстренько все хреначим. Все, что можем. Чтобы закончить с этой частью. Так, да давай, открывайся. Что тебе? Ну, что ты хочешь, дорогой ящичек? Быстренько, быстренько, все. У нас сейчас куча дел. Фонарик нахрен я этот выключу, он просто меня слепит уже. Так, в принципе, тут можно ориентироваться по меткам. Блять, газ кончился, но етить твою налево. Представляете, придется за газом бежать. Несемся за газом, блин. О, я могу спрыгнуть, серьезно? О, нифига, я целый этаж сократил. Хоть какая-то радость, что мы смогли сократить путь. Блин, я даже на машине не поеду, долго слишком разворачиваться. Я просто вот так вот добегу до магазина, благо он прям вообще очень рядом. И сразу, кстати, отрогашу, сбагрю все, что у меня есть в рюкзаке. Привет, Хулио, давно не виделись. Скоро я тебе столько привезу металла, что ты будешь кипятком сраться и ссаться. Так, ну что, давай газу. Где у меня газ? Покупаем газ на... Так, полный запас, все. Так, бомбы у меня мало. Так, отмычек. Блин, ну ладно, отмычку тоже купим. Все, закупились. Отличненько закупились и можем возвращаться. Охренеть, блин, танкер просто целый. Нереально огромных размеров судно. О, бухлишка лежит. Кто потерял бутылку? Какой-то алкаш, видимо, пробегал и уронил. Так, где у нас проход наверх? Вот тут у нас проход наверх.
Отличненько, разворачиваемся и несемся вот сюда. Нам в эту сторону. Так, и мы, получается, что? Мы срезали вот тут. Вырубаем наш фонарик, включаем горелку и погнали дальше. Давайте, 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 ребята, срезаем быстрее. Блин, кстати, до сих пор нету фишки, чтобы рабочие сюда приходили и помогали мне разбирать корабль. Я слышал, что есть прикол такой, что якобы они как-то могут на корабль залезть, но, видимо, не на каждый. Видно, на каком-то одном корабле они смогут сюда прийти и помогать мне. Но если бы они ходили сюда все... На все корабли. Это было бы намного круче. Блин, я же не просто так им бабки плачу каждый день. Они тупо собирают металл на свою зарплату на самом-то деле. Так, я ни хрена не вижу. Давайте включим фонарик. А то что-то ничего не видно. Так, мы теперь куда пойдем? Пойдем мы, наверное... Так, это коридор. Значит, следующая дверь вот эта. Так... И как же начинают раздражать эти замки. Знаете, что я сделаю? Вот так я сделаю. Бабах. Я думаю, так просто быстрее будет, да, все собрать. Ништяк, блин, даже трубу одну разорвало, а второй нет, жалко. Жалко. Но зато мы время, блин, сэкономили. Хрен с ним, с этой бомбой, она не такая уж дорогая. И нам все равно деньги девать некуда, так что... Ничего страшного, если мы немножечко повзрывали. Я думаю, никто не расстроится насчет этого. Так, блин, давай, 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 долбим, долбим. Так, да ё-моё, давай шустрее. Так, тут у нас два ящика, да? Блин, я тоже не хочу их. Давайте бомбами пользоваться. Чё нет-то? Просто так, что ли, мы их покупаем? Все равно их девать некуда. Бабах. Отлично. Вот, видите, смотрите, все разбирается моментально. Комната сразу чиста. Открываем. Блять, подождите. Еще что ли, коридор? А он куда ведет? Ни хрена вот этого прикола я не понял. Третий коридор у нас. Ну, ну. Получается, у нас есть третий коридор, да? Офигенно просто. И... Откуда он взялся, блин? Как-то... Подождите, неожиданно. Вообще прям пипец неожиданно. Блять, опять две трубы. Но я ненавижу эти трубы. Ой, где мои бомбы? Что бы я без вас делал там? Просто выходим и... Бамц! И все. Спасибо. Спасибо, спасибо, я очень рад. Вот, а вот этот аккумулятор я уже спилю без проблем. Так, все, упал, да? Так, получается все. И у нас остается вот тут коридор. Центральный какой-то. Еще едить твою налево. Ладно, без проблем. Сейчас быстренько мы с ним справимся. Быстренько, быстренько сейчас разберемся. Это все фигня вообще. Просто я не ожидал, что тут три коридора будет. Я, конечно, догадывался, что тут куча комнат, но чтоб настолько, реально не ожидал. Так, что у нас тут? Опять два ящика, которые нужно спилить. Короче, комнаты идентичные. Так, срезали. Окей, блин, недостаточно места. Я понял, надо бежать, вываливать все. Так, вываливаем, 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 все.
что у нас есть. Охренеть, вот мне просто интересно, если забить весь контейнер под завязку и потом все это продать, насколько тут бабок, интересно, будет? Мне кажется, прям пипец до хрена тут бабок будет. Так, так, а куда у нас? А где у нас коридор-то центральный? Типа вот сюда, да? А, да, все, вот тут мы закончили. Давайте уже, блин, управимся. А с этими комнатами последними на сегодня, чтобы уже не запутаться. Осталась прям фигня. Чик. Ну-н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 у. Давай-давай-давай-давай-давай-давай быстрее. Блин, чё мы тут ещё не собрали? Пятна тут никакого нет. Всё, срезать больше ничего не надо. Так, окей. А, дальше проходим. В этой комнате что у нас? В этой комнате у нас пипец опять. Куча всего. Куча всего. Ой, блин, да давай быстрее ломайся. Ломайся. А, железки. Железные ящики, столы. Все это нахрен идет в утиль. Это все металл, на который мы можем, в принципе... Забить хрен, а можем не забивать. Блин, 36% корабля. Ох, блин. Ну, сложно, слушайте, сложно такие большие корабли разбирать. Во-первых, немного утомляет. Особенно, когда корабли все прям напичканы одним и тем же, одинаковыми комнатами, это, конечно, печально. Но хотя у нас вот попалась палуба, которую мы пойдем разбирать. Только еще самое хреновое, что у нас... Да ё-моё. У нас еще же, блин, несколько этажей таких же. Вот с такой же жопой. Блин, тут шкаф еще, как я тебя не заметил-то, блин, за дверью спрятался, падла. Нифига, сейчас я тебя срежу. Просто так ты тут не останешься у меня. Давай. И что там? Ни хрена там? Или мы собрали что-то? Хрен его знает, не заметил. Так, это тоже ломаем. Следующая дверь. Да ломайся ты. Блин, а у нас же еще будет там комната с этими ящиками железными. Я прям уверен в этом. Серьезно, блин, тебе чуть-чуть не хватает открыться. Все. Так, ну что? Что тут, блин? На самом... О, блин, вот этот... Вот этот тема. Ящик, в нем обычно что-то ценное лежит. Может быть, нам попадется золото? Хотя нет, этот, по-моему, не тот ящик. Так, срезаем. Давай. Нет, блин, это не тот ящик. Так, дальше куда идем? Нам осталось две комнаты, по-моему, тут просмотреть. Фу, слава богу, тут нет. Блин, ну это точно такая же комната, которую... Мы до этого прям открывали один в один. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. Блин, разработчики, серьезно вы, блин? Прикалываетесь? Просто, блин, ну смотрите. Идентичная абсолютно комната. Все, что тут есть, идентично. Блин, даже ящик такой же повесили точно сюда же. Блин, две комнаты подряд. Ну ладно, блин, если вы в разных хотя бы... А, углах их делаете. Или на этажах. Ну, блин, две комнаты подряд. Серьезно? Это ж не каюты, блин, персонала моряков, которые должны быть одинаковые. Это какие-то, блин, технические здания. Не здания даже, а просто это... Как они, комнаты. И какого хрена они одинаково выглядят, не пойму. Так, ну давайте, так. Последнее добиваем. И... Вот она, последняя дверь. О, тут батарея есть. Смотрите, хоть какое-то разнообразие тут есть. Ломаем быстренько все. Ломаем все, что можно сломать. Блин, большая комната и две трубы. Не хочу эти две трубы ломать. У меня есть для этого классная штука.
Чпоньк. Блин. О, я могу в комнате прям остаться и посмотреть, как бабахнет. Нормально бабахнуло, мне понравилось. А, блин, нет места в инвентаре. Нифига. Нифига ты летаешь. Я ж тебя потом не найду. Так, окей. Быстро избавляемся от всего. Все, мы уже заканчиваем. Заканчиваем, ребята. На сегодня работа у нас маленькая. Долго мы задерживаться не будем. Так, а где мы были, где мы были, где мы были? Так, а, ой, блин, нифига себе, я в соседнюю комнату нечаянно заскочил. Так, забираем все отсюда. И нам осталось только вот это вот собрать. Да, эй, алюминия. Вообще застряло, блин. Не надо застревать. Для меня каждый тут кусочек металла дорог. Так, ну что, срезаем последние. Последние. Там еще, по-моему, шкаф у нас висит. И все. Так. А, нет, это не шкаф, это батарея. Я даже ради этого присяду. Все. Получается, первый этаж вот этого всей хрени мы с вами зачистили. И в следующем видео мы уже пойдем весь перед зачищать. А, давайте просто ради интереса поднимемся наверх, посмотрим, что там. А я же могу подняться, да? Ну-ка, ебический случай, сколько тут всего? Нет. Ой, будем с этим дальше разбираться потом. Что ж, на этом все, ребят. Очередная часть прохождения подошла к концу. 40% уже у нас разборки корабля Харви. В следующем видео попробуем до 50 добить. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии. А с вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч. Увидимся. Пока.